Зима 1979 года. Рядовой Михаил Завёрткин встал раньше всех и вышел во двор убирать территорию. Внезапно за ограждением части он увидел странную полупрозрачную фигуру. Женщина высокого роста с темными волосами была одета в длинную сияющую одежду. Она приближалась, двигаясь медленно и плавно, словно плыла над землей. Михаил в панике бросился в караульное помещение и позвал на помощь товарищей. От страха солдаты стали кидаться в женщину камнями, но никакого вреда их действия женщине не принесли. Когда странное существо подошло совсем близко, солдаты впали в ступор. Женщина внимательно рассматривала их, а затем растворилась в воздухе. О происшествии тут же доложили в штаб части. Военные провели расследование, но никаких объяснений случившемуся так и не нашли. Возможно, инопланетяне давно уже наблюдают за нами и пытаются вступить в контакт. Историки находят свидетельства постоянного пребывания рядом с человеком высших существ. В древности их называли богами и духами, а в 20 веке – инопланетянами. Сохранились древнеегипетские фрески и глиняные таблички, на которых изображены пришельцы. Поразительно, но даже в Библии есть прямые указания на присутствие космического разума рядом с человеком. В последней библейской книге «Апокалипсисе» описан типичный с точки зрения уфологии случай контакта с пришельцами. Боги забрали Иоанна Богослова на небо в форме духа и, предупредив о грядущих катаклизмах, вернули назад. В тот злополучный день, 20 февраля 1991 года, житель подмосковных Мытищ Виталий Иванович Садовников возвращался с работы через пустырь. Было 11 часов вечера. Я увидел, что над строящимся объектом ТЭЦ зависла какая-то большая, ну, сигаретина, такой формы сигареты. Это как вот лампа дневного света, только большой величины. Объект неподвижно висел в небе. Виталий Иванович не поверил своим глазам и подумал. Ну, сделайте так, чтобы я, допустим, убедился, что это настоящее, допустим, НЛО это или не НЛО, ну хотя бы погасло, что ли. Да-да, возьми и погасни. Виталий Иванович решил, ему померещилось. Однако странное беспокойство не оставляло его. Мужчина ускорил шаг. Подходя к дому, снова поднял глаза в небо. Стало жутковато, я поднимаю голову и вижу эту сигарету. Она висит прямо над, между вот этими домами. Ну, чуть повыше домов. У Виталия Ивановича началась паника. Сердце бешено забилось. Он быстро заскочил в подъезд. А через 3 дня в семье Садовниковых погибла собака. Щенка сбила машина. Лишь потом Виталий Иванович понял, что трагедия произошла на том самом месте, где зависла НЛО. На следующий день мужчина взял лопату и пошел хоронить собаку. Собирался закопать ее подальше от дома, на пустыре, но не смог. Я, значит, вот решил прислушаться к себе, потому что у меня такое беспокойство, и мне не, вот, не хочу я туда идти. И я послушался свою интуицию и не пошел. Неведомая сила направила его к злополучному месту. И, значит, сделал несколько шагов так, чтобы это где-то было посредине вот того неопознанного объекта, которого я видел, думаю, вот между домами. Я так встал и стал копать, подготавливать вот могилку своеобразно. Я вставляю, казалось бы, в мороженую землю лопату, она идет как будто бы летом. То есть такого быть не может. А дальше события развивались, как в фильме ужасов. На 9-й день на месте, где появилось НЛО, Виталий увидел кровавые следы. Вся эта дорога стала красной. Вся эта тропинка. Вот эта краснота была до самого того места, где вот я похоронил собачку.
меня это поразило, потому что дальше не идет, и след обрывается. А на 40-й день на том же самом месте умер человек. Виталий Иванович провожал сына в школу. Когда увидел толпу и машину скорой помощи, у него началась паника. Лежит человек, значит, в окружении там любопытных, положим, да? Я, значит, поднимаю глаза наверх и определяюсь, где он располагается по отношению к тому месту, где я видел вот это вот НЛО. Он как раз, вот НЛО, где кончалось, вот он вот это, на этом конце, вот он здесь и лежит. Виталий Иванович считает, череда трагических событий – это последствия его дерзких мыслей. Пришельцы доказали, они существуют и внимательно следят за жизнью землян. Дело в том, что высшим силам главное показать нам урок, выполнить то, что они задумали. Если люди не приняли этого урока, это уже их проблемы, и им будет предоставлен еще, может быть, урок, но в более сложной форме. Как правило, это катастрофические формы. Это странное облако появилось над Российской академией наук 7 октября 2009 года. Примерно километр в диаметре это было облако. И Росгидромедцентр сказал, что это, может быть, хрусталики какие-то, ледяные хрусталики, которые приняли необыкновенную форму, вплоть до зарождения торнадо. Вот. Или даже они сказали, это неизвестное науке явление еще вот впервые над Москвой. Около часа облако неподвижно висело над Академией наук и площадью Гагарина, а потом стало медленно двигаться в сторону Строгино, делая по пути остановки. Что интересно, завис над Серебряным Бором в лагуне вот, залива, и над как раз фигурами, которые вот по географическим очертаниям напоминали нам... фигуры, таблички, которые была послана в 73-м году с зондом «Пионер». Это земляне посылали информацию для того, чтобы иные миры или какие-то некоторые инопланетяне обнаружили это. То есть фигуры были идентичны. В течение октября точно такие же облака появлялись в разных частях Земли. Мексика, США, Румыния. Информация об этом попала даже в выпуске новостей. A flying saucer-shaped cloud has been spotted in the skies above Romania. People who filmed the video say the cloud viewed from a distance. Версия об инопланетном происхождении облаков появилась почти сразу. Почему мы говорим, что это именно НЛО? Потому что форма этого облака напоминала круг, причем четкий круг, как будто кто-то сверху своим движением просто его высверлил в нашем небе. Это целенаправленное воздействие мира иного пространства. Российские исследователи аномальных явлений Анна Ажажа и Юрий Григорьев предположили, внеземной разум передавал землянам важную информацию и расшифровали послание. Информацию при помощи буквенно-числового метода исследования нужно считывать так. Стерегитесь астероида. Русским уфологам стерегитесь астероида. Это невероятно. На следующее утро, 8 октября, в Индонезии на острове Сулавеси упал метеорит. Его появление зафиксировали 11 метеостанций в разных частях Земли. 7 октября нас предостерегают, времени на обдумывание не остается. 8 октября падает действительно очень огромный астероид. И опять же на ту несчастную Индонезию. Анна Ажажа и Юрий Григорьев занимаются криптоанализом уже несколько лет. Уверены, внеземной разум давно общается с человечеством, используя для этого различные шифры. В древности существовал такой способ, который назывался письмо змейка, либо строфедон. Ты помнишь, да? Оказывается, еще за 1000 лет до возникновения Римской империи писали германские племена, скандинавские племена. И вплоть до конца 19 века... Вплоть до конца 19 века он использовался в некоторых сакральных текстах. В рунической грамоте он использовался до конца 19 века. Бустрофедон. Древний шифр, при котором первая строка пишется справа налево, вторая слева направо, третья снова справа налево. При перемене направления буквы писались зеркально.
Анаграмма – другой древний шифр. Это перестановка букв, например, «Атлант» – «Талант». Послание может быть зашифровано в нескольких словах и даже в большом тексте. Инопланетяне общаются с землянами с помощью этих древнейших шифров, а также используют знаково-числовой метод. Когда мы проверили свою теорию на местах зависания объектов, получилось, что действительно идет чтение с помощью этого открытого способа. Знаково-числовой метод, когда каждая буква алфавита имеет числовое соответствие, а значит цифра означает определенную букву А1, Б2 и так далее. При расшифровке инопланетных посланий учитывают все. Цифры, название местности, время появления НЛО, скорость и даже номера проезжающих в этот момент машин. В Индонезии, когда метеорит 50 килотонн упал, мы расшифровали топонимику индонезийскую. Там было написано «Земля, слушайте, вы не одни». Внеземной разум постоянно общается с человечеством. Правда, понять его могут немногие. Да и страх перед инопланетянами существенно затрудняет общение. Александр Сергеевич Холин прослужил в авиации всю жизнь. Жил в Щелково, работал на военном аэродроме в Чкаловском. Говорит, в этом районе НЛО появляются довольно часто, словно наблюдают за военными. По роду моей специальности, я все-таки ракетчик, зенитный ракетчик. Так что нам приходилось сталкиваться с такими подобными непонятными явлениями, и никогда не давали объяснения. Я знаю, что в то время существовал уже приказ министра обороны по поводу о всех случаях так называемых аномальных явлениях. Слово НЛО никто не говорил вслух, аномальных явлениях. Доклад непосредственно командующей части. В полночь 29 мая 1979 года Александр Иванович вышел на улицу подышать свежим воздухом. И вдруг в небе появился яркий вращающийся диск. Пока рисует круг диск, сверху возвышенность. То есть то, что действительно показывали, я это все это увидел. У меня такое ощущение, что я видел окна иллюминаторов светящиеся. Рядом с Александром остановилась патрульная машина. Сотрудники милиции тоже заметили НЛО. Человек 10-12 у нас было. Мы видели огромный диск, летящий в нашу сторону. Ну, все в ажиотаже, конечно, знаете, такое эйфорийное состояние. Никто не знает, не может понять, что это такое. 10 очевидцев наблюдали за маневрами странного объекта, пока он не скрылся за горизонтом. А на следующий день по дороге на работу Александр случайно услышал странный разговор. Я стоял около двух офицеров, которые ехали за станцию Чкаловской. Я услышал разговор. Ты представляешь, говорит, вчера выхожу на балкон в районе 12, начало первой ночи, и вижу непонятное, что-то висит. Я, говорит, понял, что это непонятный летающий объект. НЛО, так сказать, диск он увидел. И у меня сразу ассоциация, я в то же время это все видел. По прибытии в часть он доложил командующему об этом происшествии и получил приказ забыть. Что мне было сказано? Видел? Я видел. И забудь. В Советском Союзе существовали специальные программы по изучению внеземного разума. Вся информация помечена грифом «Секретно». Участником одной из программ под кодовым названием «Сетка» был Анатолий Листратов. Целью нашей работы было подтвердить реальность, во-первых, события, то есть побеседовать с очевидцами, собрать максимально возможное количество показаний. А второе – найти материальные следы. Случай, который заинтересовал ученых, произошел в 1979 году. Он подтвержден документально. Дети из пионерского лагеря «Березка», он расположен в пригороде Державинска, дважды контактировали с пришельцами. Это единственный в мировой практике такой групповой, можно даже назвать массовый, контакт. 25 человек были непосредственно в контакте с несколькими существами, человекоподобными существами иного разума, скажем так аккуратно. Все власти местные были в курсе, все по инстанциям докладывалось. Это тоже немаловажно.
26 июня 1979 года в первом отряде пионерлагеря «Березка» устроили прощальный костер в честь окончания смены. Вожатые с детьми поднялись на ближайшую сопку. Вдруг ребята заметили в небе яркую вспышку, и уже через минуту у подножия сопки появились странные фигуры. Группа из примерно 7-8 необычных людей. Необычность была в том, что они были очень высокие и для своего большого роста очень тонкие. Их взяла оторопь, они не сразу поняли, что это не люди. Эта группа разбилась на две, они стали обходить сопку с двух сторон. Ну, тогда, конечно, и воспитательницы, сами ребята, как горох с этой совки, посыпались на дорогу и побежали к лагерю. Их путь проходил через березовую рощу. Оттуда до лагеря 200 метров. Дети и вожатые были в панике. Они слышали треск валежника с двух сторон. Когда они выбежали на открытое пространство, то они увидели, что с правой стороны две фигуры параллельно дороге, не по дороге, параллельно дороге идут. Шли они необычно, с вытянутыми вперед руками, как бы как слепые, как балансируя, как бы. Они были угольно-черными, и у них была, как ребята называли, юбочка, как набедренная повязка, ярко-ярко-белого цвета, который слепил даже. В лагере услышали шум и крики детей и бросились им на помощь. Мы выскочили сюда, вот как раз на эту дорогу, в сторону стадиона. Это пионер вожатая нам показывает, вот смотрите, говорит, вот в конце этой рощи, там это длинные люди наподобие, ну, больше 2 метров высотой. Ну, мы сюда выбежали и туда, эту сторону. Ну, мы их не догнали, короче говоря, они скрылись. Никто не понимал, что происходит. Вечером, когда детей повели в столовую, перед ними внезапно появился гуманоид. А за ними шла уже другая воспитательница, Рахимова. И вдруг шедший впереди нее мальчик с воплем понесся вперед. Здесь она поворачивается и смотрит огромные стопы ног, а потом она поднимает, здесь огромная фигура сидит на стуле. Еще несколько пришельцев среди деревьев заметили девочки из второго отряда. Мы решили с девчонками пройти, ну, по лесу пройтись, вот как всегда, перед сумерками там можно было погулять. Прошлись, и мы, и вот так вот деревья, силуэты вот такие большие. Мы смотрим, они двигаются на нас. Два больших силуэта, ну, два с лишним, 2,5, такие здоровые. Они темного цвета, так человекообразные. Этой же ночью видел гуманоидов фельдшер лагеря Газис Рахимов. Во 2:00 ночи я вышел покурить на крыльцо основного корпуса и увидел две светящихся точки, похожие на глаза на высоте 1,5 метра. Появилось желание подойти поближе, но чувство страха остановило меня. Все продолжалось около 30 минут. Паника. Взрослые прочесали всю территорию, но никого не обнаружили. Короче говоря, мы поехали туда, на эту лысую гору, смотрим, там все оплавлено, горевшее, это трава, все. Слухи о визите инопланетян быстро дошли до Державинска. Следующей смены в лагере не было. Все местные власти были на ушах, начиная от управления внутренних дел, уполномоченного КГБ, райкома партии. Объяснительных записок найти не удалось, что якобы послали их в обком. Ну, в общем, по линии КГБ, наверное, шло. Пока шло расследование, говорить о странном происшествии запретили. Гриф «секретно» был снят только через 30 лет. В якутском эпосе существует легенда о демоне по имени Уоту-Суму-Тонг-Дурай. Раз в 100 лет он в виде огненного столба вырывается из-под земли и уничтожает все живое. Охотники из поколения в поколение рассказывали о логове огненного демона, громадных бронзовых котлах Алгуях, расположенных в верховьях реки Вилюй. Место это называют Алгуйдах, там, где расположены котлы. Местные жители считают его проклятым. Плыли по реке, в общем-то, довольно-таки тихо вокруг, все. А вдруг, значит, как бы
начал звучать такой звук низкочастотный. Изначально это подумали, что сахаты. Но дело в том, что он продолжался с периодичностью, значит, 4 раза подряд, потом промежуток где-то минут через 5, наверное, вот, еще раз, 5. Вот. И так длилось, ну, порядка 10 километров, пока мы сплавлялись. Ученые считают, что железные котлы связаны с инопланетными цивилизациями. По одной из версий, под ними находится подземная база пришельцев. Жители якутского поселка Айхал, он расположен в 70 километрах от Алгуйдаха, регулярно наблюдают в небе странные светящиеся шары. Вспыхивает вспышка, шар яркий, оранжевый. И от него, значит, полоса света горизонтальная. Ну, где-то метров 30, наверное, вот так вот, сиреневого цвета. Вот. Ну, очень яркая. Подходим к берегу, на той стороне стоит человек. Ну, как, ну, человек, ну, по-другому я сказать не могу, потому что руки, ноги, голова. Этот человек, значит, он как бы полуобернулся, вот, ну, лицом, полуоборот сделал назад, вот, и буквально на мгновение он, переместился за деревья, там расстояние метров 30 он пролетел, буквально мгновение проскочил. В 2008 году исследователи аномальных явлений из группы «Неман» сделали попытку изучить этот феномен и отправились на поиски железных котлов. Это для нас было очень интересно, потому что, наверное, это единственный артефакт, который, ну, опровергает современную историографию. То есть, если там бы нашлись вот эти самые котлы, торчащие из земли, то... История планеты должна была бы быть Метров вокруг тайга. Алгуйдах находится всего в 600 километрах от места падения Тунгусского метеорита. Во время ночевки в районе Алгуйдаха группа наблюдала плазмоиды. Ничего себе! Да сама ты самолет, ты приколись! Обалдеть! Это не мог, ну как это? Мощное НЛО. Слушай, ну вообще, тем. В поисках железных котлов исследователи изучали Алгуйдах. Километр за километром. Их открытие стало сенсацией. Ну вот мы наконец нашли странную круглую воронку. С воздуха она выглядит идеально круглой. А здесь видно, что ее берега из камня, что это какой-то эрозированный минерал, похоже на магнетит, судя по цвету, и что она в какой-то момент, наверное, так сказать, или провалилась, или эрозировала, трудно понять. Но она явно естественного происхождения, а не искусственного. Может быть, это и есть тот самый котел. 10 конусообразных горок были расположены в ряд на склоне одного из холмов. Именно над ними появлялись яркие светящиеся шары. Возможно, плазмоиды вырывались из-под земли, оставляя после себя такие вот следы. Мы нашли нечто, что могло бы послужить началом вот этих самых легенд. То есть мы нашли там торчащие из земли некие конусы из битого камня, щебня, достаточно мелкого. Похоже, якутские легенды о демоне подтверждались. Но какова природа этих огненных шаров? Существует, однако, гипотеза, что плазмоиды могут иметь и некую разумную составляющую. То есть они могут быть разумными существами или проявлять какую-то псевдоразумность. Но, во всяком случае, поведение шаровой молнии иногда заставляет усомниться, что это чисто природное, совершенно неразумное явление. В 70-х годах прошлого века на Эльбрусе трагически погибла группа советских альпинистов. Спортсмены были атакованы шаровой молнией. Молния проникла в палатку, она прожгла отверстие и стала нападать на спящих в спальниках альпинистов. Причем именно как бы целенаправленно нападать, выжигая у них просто куски мяса. Как будто она их пыталась убить или пожрать. Собственно, двоих она убила. Более того, все экспедиции на Южный магнитный полюс заканчиваются трагично. Люди становятся жертвами огромных светящихся шаров плазмоидов. Существует даже
гипотеза о некой солнечной цивилизации, плазмоидной жизни, которая обитает в короне этого Солнца. То есть возможно, что жизнь на Земле, такая красивая есть идея, была принесена из короны Солнца вот этими разумными плазменными существами. Эти кадры сделаны прибором ночного видения. Вот такие плазмоиды наблюдали десятки очевидцев в Краснодарском крае. Светящиеся шары летали над полем. И на этом месте появлялись круги. Мы приехали, когда под Новокубанск, есть такое место, Краснодарский край. И, значит, пообщались с местными, спрашиваем, вот как это так? Они говорят, мы легли ночью, а с утра видим, у нас все поле в узорах. Вот. И действительно, когда мы пришли на это поле, мы увидели, что там огромная такая формация, то есть круг. Колосья в центре круга были уложены геометрически правильными рядами, напоминающими косичку. Каждый стеблек аккуратно согнут в коленце. На фотоснимках видно, круг представляет собой сложную фигуру. Местные жители рассказали, каждый раз перед появлением круга в небе появлялись светящиеся шары. Их наблюдали десятки очевидцев. Обычно вот появление кругов на полях сопровождается некими голубоватыми такими вспышками, которые появляются на небе. Вот, то есть некие зарницы. Ну, что-то схожее с этим. Приборы фиксировали. Это место подверглось сильному электромагнитному воздействию. Мы, когда проводили замеры на кругах, на формациях, у нас был такой приборчик, магнитометр, меряет волнение магнитного поля. И когда мы с приборчиком вошли в центр этого круга, стрелка прибора начала совершать некие такие колебания. То есть в этом месте наблюдается активность. Более того, люди, обладающие повышенной чувствительностью, их называют экстрасенсы, всегда ощущают в этих местах необычную энергетику. Такое чувство, что как будто вот за тобой кто-то наблюдает, ты не один. Вот такие вещи есть, то есть некая особенность настоящих кругов. Некоторые ученые считают, круги на полях – дело рук инопланетных цивилизаций. Нечто нам посылает знаки, которые для человечества до сих пор являются загадкой. То есть кто-то нам что-то хочет очень важное сказать. И мы, к сожалению, не в силах сейчас это интерпретировать и распознать. Елена Луговая живет в пригороде Москвы. Зимним вечером она отправилась выгуливать собак на окраину поселка. Неожиданно позади Елены возник странный мерцающий свет и зазвучала музыка. Мелодия была тяжелой и медленной. Одновременно затихли все земные звуки. Лай собак, шум ветра. Это была вращающаяся такая структура. Я говорю, она мне больше напоминала карусель. Вот. И она была очень близко. Ну, плюс ощущение такое, как бы, ну, не музыки, а каких-то, вот, какое-то звучание такое. Вот. Но это оно не физическое, это у меня как бы было. НЛО имел форму сплющенного цилиндра. По борту светились разноцветные огни и иллюминаторы. Из днища корабля к Елене двигался бело-голубой луч. И вдруг я ощутила, значит, что... Как я еще ощутила, что меня вот парализовало, что я стою, не могу двинуться. Ни рукой, ни ногой, даже сначала голову не могла как бы не повернуть ничего. У меня все занемело, и как будто меня, ну, как говорится, как эти, ну, как паук, значит, ну, муху ее укусил, значит, парализовал, и потом закрутил паутину и, значит, к себе. Вот так и было. То есть у меня ощущение, что вот эта тарелка, она все больше, 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 и я уже туда к ней как бы подтягиваюсь. Спасла Елену собака. Почуяв неладное, Алекс стал лаять и прыгать вокруг хозяйки. На животных они действовать не могут, потому что у них нет вот этих вот, так сказать, тонких составляющих. Поэтому они очень боятся собак. И так и было. И моя собака подошла, меня ткнулась носом, и они тут же стали удаляться. Луч исчез, и НЛО скрылся в ночном небе. Вскоре такую же картину довелось наблюдать Геннадию, мужу Елены Луговой.
Он вышел во двор и увидел прямо над участком огромный корабль. За домом. Я показал место. Это бы стояло, это береза, 20 где-то метров, 22-25 метров высотой. Высокое такое дерево было. Я не знаю, около 20 метров там еще высокое. И над березой завис, значит, такой эллиптический, сферический такой круглый, значит, аппарат, вращающийся. Диаметр его был где-то 30-40 метров. Аппарат выпустил 4 луча и встал на них, как на опоры. Геннадий закричал домашним, чтобы бежали посмотреть. Ведь было на что. Там кто-то из моих родственников даже выскочил. Они это дело тоже увидели. Она прямо, это колос был. Вообще потрясающее зрелище. Это не мое воображение, я не сумасшедший, потому что другие его увидели. Она была реальна. Вот, от нее опустились эти лучи. Она висела секунд, наверное, 20, вот так вот. Это длительное время, это, значит, со сверкающими люками, все это вращение медленно. Но визит был недолгим. НЛО втянул лучи и взмыл вверх. Это было для луговых началом контакта с разумными существами планеты Церера. Астрономы относят Цереру к карликовым планетам Солнечной системы и предполагают, на ней может быть жизнь. Орбита Церера лежит между орбитами Марса и Юпитера. Период обращения вокруг Солнца 4,5 года. В отличие от большинства астероидов, Церера достаточно крупна и имеет сложное внутреннее строение, присущее планетам Солнечной системы. В центре каменное ядро, которое окружает толстая мантия, состоящая из водяного льда. А сверху тонкий слой реголита, смесь льда и пыли. Эту загадочную планету 200 лет назад открыл итальянский астроном Джузеппе Пьяцци. Именно он первым заметил на Церере странные световые вспышки. Их наблюдают и сегодня с помощью космического телескопа Хаббл. По мнению ученых, такие сигналы можно подавать с помощью мощного лазера. Помимо лазерных вспышек, Церера испускает инфракрасное излучение, которого нет на других малых планетах и астероидах. Такие вспышки на Церере – это явно техногенные сигналы, космические маячки. После появления таких сигналов на Земле резко увеличивается частота появления НЛО. По одной из гипотез, на Церере может находиться перевалочная база инопланетных цивилизаций, энергетическая установка запаса оборудования и пищи для внеземных астронавтов. И, судя по всему, эта планета выбрана космитами не случайно. Церера обладает ощутимой гравитацией. Теоретически, там могут находиться большие объекты, такие как космодромы, космические базы, а отсутствие атмосферы на этой планете, они облегчают взлет и посадку высокоскоростной летающей техники. И еще на этой планете есть вода, значит, можно жить. Если жизнь на Церере, земляне узнают не раньше 2015 года. Когда поверхности малой планеты коснется американский аппарат «Даун», стартовавший в 2007 году. А пока обитатели Цереры сами выходят на связь с землянами. Они как бы выбирают людей, которые, с одной стороны, могут быть проводниками их каких-то, значит, идей. Поэтому вообще надо сказать, что все вот научные открытия, любые абсолютно, они исключительно идут под диктовку Церы. Общение с инопланетянами опасно. Уже после первого контакта в семье Луговых произошла череда трагических событий. Первые 2 или 3 года у нас умерло 17 человек в нашей родне. С ее стороны. Вокруг пошла чистка. Это было ужасно. А спустя еще год муж и жена Луговые попали в автокатастрофу. Мы ехали по пустой дороге, вдруг нас догоняет большая машина, «Волга», и они шли со скоростью 150 км в час. Вдруг его на нас прям кинул, он... Вот нас как бы долбанул. Автомобиль Елены и Геннадия оказался в кювете. Скорая помощь увезла обоих в реанимацию. Особенно пострадала Елена.
Они меня повезли в больницу, стали делать рентген, и на рентгене обнаружили 3 перелома позвоночника в разных местах. После таких травм выжить можно, но вернуться к нормальной жизни едва ли. Елена была в сознании. Операцию отложили на утро. Ночью она опять услышала странную тяжелую музыку. Ощущение, что я где-то там парю. Это было такое. Где-то парю, и как бы, ну, может быть, в какой-то степени там, ну, был отрыв такой, как бы, духа. Ну, не клиническая смерть, в сознании все. Но вот такое ощущение, что где-то тело тут, а я там, это было. Этот случай вошел в медицинскую картотеку необъяснимого. На утро никаких переломов у Елены Луговой не нашли. Она уверена, ее исцелили инопланетяне. Потому что я им нужна, я им полезна для проведения в жизнь, для, так сказать, обнародования в нашей среде их идей и их самого существования. Они, нельзя сказать, что они хотят скрыться, они хотят, чтобы мы о них знали. Они встретились в начале 80-х. Девушка с далекой звезды Бетельзейзе и художник с Земли. Ну, я в восторге от ее вибрации. Это вибрации неумеверные. И как далее закрутилось, это живая сказка. Художник Владимир Авдеев уже более 20 лет общается с жителями далекой звезды Бетельзейзе. Зимой 81-го года он, как обычно, поехал в Карелию. Владимир писал этюды на пленэре. Вечерело. Неожиданно художник почувствовал. Рядом кто-то есть. Почувствовал, что чье-то присутствие рядом. Каждый человек уже по себе знает, что если сзади на него кто-то смотрит, человек чувствует взгляд. Здесь подобное было. И при этом было еще, появилось определенное чувство, маленькое чувство страха. Причем страха необычного. Вроде боишься, а в то же время и нет. А боишься именно потому, что это очень сильный какой-то живой разумный объект, что-то живое, очень сильное и очень неведомое. Владимир оглянулся, но никого не увидел. Он собрал этюдник и отправился домой. А дальше вообще сказка была. Такая сказка, это дай бог каждому такое. Это я добрался до места, где я остановился на ночлег. Ну, поскольку устал и прочее, я сразу заснул. И проснулся от того, что рядом опять такое же жужжание. Я уже тут прислушивался, да, это же, сразу понял, это внеземной корабль. И пошла сразу телепатическая связь. Владимир отвечал на вопросы пришельцев. Страха не было. Говорит, что во время разговора его не покидало странное чувство. Словно с этими существами он давно знаком. Я понял, что они меня уже тестируют. Они видели, что я в восторге от их разума, от их интеллекта, от их дружелюбности, от их красоты. Уже я потом как-то пространство открылись, я увидел их. В комнате появилась девушка. Она медленно подошла к нему и сказала, что прилетела с далекой звезды, Бетельзейзе. И назвала свое имя. Алия. Я увидел в инопланетянке это величайшую, вот настолько тонкую красоту совершенную. И плюс еще вот величайшая духовная сила, это такой сплав, что просто, ну, тут словами не сказать. Владимир был очарован. А когда Аля предложила ему подняться на борт летающей тарелки, Владимир серьезно задумался. Она предложила совершить короткие и длительные полеты на их корабле. Короткий, он где-то вокруг Земли или где-то на какое-то другое расстояние, а длительный – это на их планету. Да, а я отказался. Сегодня Владимир жалеет, что упустил такую возможность.
Но тогда он просто побоялся. Ведь о случаях похищения землян уже было известно. Визит жителей звезды Бетельзейзе закончился так же внезапно, как и начался. Они растворились в воздухе, а на следующий день Владимир нарисовал портрет аллеи. Я думаю, я их потерял, больше не будет. А тут получилось, что я вновь поехал туда. В течение 20 лет Владимир общался с инопланетянами регулярно. Он утверждает, что они изучают нашу планету, чтобы подготовить час Х или конец света. Земля же живой организм, а люди берут из недр ее все, выкачивают, да? Запасов немного. А чем дальше человечество будет жить? И сейчас за эти остатки запасов страны начнут воевать. Неизбежно будет война. Высший разум, разум, он же это все легко предвидит. И чтобы этого не было, он запускает программу часа Х. Но с позиции космического разума это путь, единственный путь для спасения. По словам Владимира, инопланетяне несут дежурство на орбите Земли вахтовым методом. В 92-м году экипаж со звезды Бетельзейзе покинул Землю. На смену ему прилетели представители других звезд. Вот уже несколько лет Земля живет в ожидании конца света. Дата 2012 не сходит с газетных передовиц, а интернет пестрит зловещими пророчествами. Угрозу ждут из космоса. Астроном из Санкт-Петербурга Кирилл Бутусов убежден, основания для беспокойства есть. Он обнаружил в Солнечной системе новую обитаемую планету – Нибиру. Я рад не буду, если я буду прав в вопросе этом. Нибиру для Земли радости не доставит. Лучше бы я ошибался. Тайна 10-й планеты до сих пор покрыта мраком. Ее никто никогда не видел. Солнце загораживает Нибиру от телескопов. Либрационная точка – это такая точка, если туда поместить тело, то это тело будет все время в этой точке находиться и двигаться так же, как и Земля, вращаясь вокруг Солнца, с таким же периодом. Но мы друг друга не будем видеть, потому что Солнце загораживает от нас огромную область. Это пока нет. Но, может быть, он есть у пришельцев. И они пытаются рассказать нам, как отменить апокалипсис.